Всем привет, меня зовут Оля, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас все лицо первых впечатлений, и при этом у нас не бюджетные в этот раз первые впечатления. Будут новинки косметики и не совсем новинки. Некоторые будут старинки косметики и продукты, которые мы находили с вами в бьюти-боксах и в адвент-календарях. Давненько было, но тем не менее. Давайте с вами краситься и потом будем обсуждать эти продукты. Как обычно, мы с вами начнем с лица и, в частности, с праймера. Праймер мы с вами находили в одном из бьюти-боксов, и время пришло его попробовать. По обещаниям, этот праймер у нас выравнивает текстуру, поэтому мы его в основном будем наносить на тест-зону и остатки стягивать, в принципе, на оставшуюся часть лица. Логично, правда? И потом с вами перейдем потихонечку к тону, наносим праймер. По ощущению, если честно, легкий силиконистый праймер, не сказать, что прям вот все потечет, но опять-таки наносить его много не нужно, он скорее какой-то более водянистый, что ли, полуувлажняющий, но здесь, во-первых, есть салициловая кислота, во-вторых, здесь есть спирт, притом денатурированный спирт, соответственно, продукт может подсушивать, и скорее я бы его использовала исключительно на какую-нибудь жирную, может быть, комбинированную кожу, но на кожу к склонной сухости я бы побоялась его использовать. Наносим с вами тон. Тон у нас с вами от Rare Beauty. Это новинка, которая уже пару месяцев, месяца полтора на самом деле. У меня в оттенке 22W был 14W, но, вернее, есть 14W, он чуть посветлее, но его не было на наличии, он был весь раскуплен. В общем, давайте с вами пробовать. И у нас обещано, что это легкий увлажняющий тон. Притом это больше как Tinted Moisturizer, и он будет с очень легким покрытием. Тут такое дело. Вообще, я изначально подумала, что у меня начал скатываться SPF, поэтому я полностью смыла базу, SPF. В общем, я смыла все, что у меня было на лице, и опять попробовала перенанести тон. Это, походу, не помогло. Есть теперь ощущение, что скатывается база, притом скатывается в основном возле носа и где-то на Т-зоне. Я не знаю, мне, конечно, хочется еще раз смыть все с себя и опять попробовать нанести тон уже в чистом виде, потому что скатывается очень сильно, прям мягко говоря, сильно. У меня вот все руки в покатушках до сих пор. Я пыталась эти покатушки снять другой кисточкой, и по факту я снимаю тон из-за этого вместе с базой, вместе со всем. И тон не ложится вот в районе Т-зоны от слова совсем. Я не знаю, что это такое, я подозреваю, что все-таки проблема в базе, и что на ней просто все к черту начинает кататься. Возможно, конечно, какой-то другой тон будет по-другому себя вести на этой базе, но пока это просто жесть. Я, скорее всего, сейчас опять смоюсь и перенанесу тон, потому что это невозможно. Это выглядит пятнисто и некрасиво. Третьего раза мыли клей, и все-таки я считаю, что основная проблема — это праймер, потому что безбожно скатывается. Видно, я еще не везде, в всяком случае, в районе бровей не до конца убрала этот праймер и плюс SPF. И есть, вернее, были небольшие вот здесь вот покатушки, но не такие прям критичные, как были во второй раз и в первый раз во время первого и второго нанесения. Тон очень легкий, притом мягко говоря легкий, и он понравится девочкам, которые любят тон без тона, то есть он выровняет вам текстуру, но особо ничего не перекроет. Если у вас есть какие-то проблемы, он их не перекроет, как в принципе видно, что все просвечивается, но я знаю, что такие тона многим нравятся, и он в принципе в этом плане неплох, он не заметен на лице, хорошо сливается с текстурой кожи. Хочу предупредить, что с ним нужно быстро работать, то есть быстро тушевать, потому что он достаточно, ну где-то у вас есть время растушевать, но попить кофе не выйдет, то есть нужно быстренько работать, иначе могут быть проблемки. Давайте переходить к консилеру, новинка от Huda Beauty, у меня в оттенке Honey 1,7B. Ну что, наносим? Оттенок Хани на Хани вообще не похож. Хочу напомнить, что Хани переводится как мед, медовый и так далее. Но это очень светлый цвет, прям безумно светлый цвет, при том еще с каким-то розоватым подтоном. Хотя обычно оттенки Хани — это что-то персиковое слегка.
слишком светлый оттенок, на мой взгляд. Ну, ладно, мой косяк, сама косячнула, сама не так выбрала. Хочу отметить, что консилер где-то со средней степенью покрытия хорошо, кстати, распределяется, в принципе, классно тушевывается в кожу и выглядит как часть кожи. Его можно наслоить практически до полного покрытия, то есть это очень будет плотный консилер, сравнивая его со всеми любимым Тартом, конечно, по плотности чуть-чуть не дотянет, но тем не менее это достаточно пигментированный консилер. Давайте переходить теперь к пудровым продуктам. Начнем с вами с бронзера, и у нас будет симпатяшка от Fenty Beauty, которая вышла в двух оттенках. Я не помню, который я именно взяла, посветлее или потемнее. У меня оттенок Chocolate Swirler и второй, честно не помню. Хочу обратить внимание, что бронзер не матовый, он сатиновый, притом с отдельными вкраплениями крупных блесток. И если у вас проблемы с текстурой кожи, если у вас сильное акне, то я бы избегала таких бронзеров и таких румян. Вот у меня просто перед глазами еще румян лежит, новиночка от Benefit, один из оттенков новинки. Давайте наносить здесь 12 грамм продукта, кстати говоря. У тушевки у меня нет претензий, есть один маленький нюанс, что это бронзер на красной базе, поэтому только теплый и нейтральный подтон на загар, холодный потом вообще никак, слишком будут красные щечки и будет эффект вот прям сгоревшей кожи, нежели загоревшей. Хочу еще обратить внимание, насколько он сияет. Здесь очень большое количество блесток, прям безбожно большое количество блесток. Вообще это выглядит, конечно, красиво. И хайлайтер на самом-то деле в этом случае даже не нужен, потому что, ну, как бы, тут и так хайлайтеры выше крыши. Вообще продукт мне понравился, но я прекрасно понимаю, что он на любителя. Пигментация у него средняя, и за счет того, что здесь много блесток, много продукта цепляется на кисточку, и можно перестараться изначально, но тем не менее он легко тушуется, его легко сдвинуть с места, и он особо не залипает. И еще он такой слегка, что ли, кремовый, то есть он не совсем сухой. Переходим к румянам. Румяна у нас с вами будут в оттенке Shelly от Benefit. У них вышла достаточно большая линейка новых оттенков, и я решила взять один на пробу. Говоря про румяна Benefit, нужно быть с ними аккуратным, во-первых, потому что не всегда сатеновые и не всегда пылят. Наносим. Чтобы вы видели степень того, насколько пылят румяшки. Я надеюсь, отловятся на камере. Мне кажется, более-менее все-таки видно. То есть они очень сильно пылят, и это особенность румян от Benefit, но они прекрасно тушуются. Они просто идеально тушуются и втушевываются в кожу. Здесь сатина выше крыши. То есть у меня сейчас все щеки вот прям, мягко говоря, сияющие, грубо говоря, очень сильно сияющие. Поэтому это тоже, опять-таки, на любителя. Если вы любите матовые какие-нибудь румяна, матовый бронзер, не сюда. В качестве румян мы возьмем продукт от бренда Pixi. Мы его тоже находили в каком-то Advent Country. Вообще это румяна, не совсем хайлайтер. Но если честно, мы просто возьмем светлую сторону и нанесем ее в качестве хайлайтера. Ну, честно сказать, просто уже будет перебор тогда по румянам, если столько наносить. И плюс я не могу сказать, что это такие прям румянистые румяна на оттенок. Здесь есть небольшой персик, но мне кажется, будет он заметен только на очень светленьких девочках. Поэтому мы будем использовать их в качестве хайлайтера, потому что здесь световозвращающих частиц очень много. Хотя, в принципе, нам тут и хайлайтер особо уже не нужен. Как хайлайтер продукт не нравится, как румяна я не стала бы их наносить, потому что очень плотный и яркий блеск. Продукт хорошо наносится, классно тушевывается в кожу. Из нюансов очень сильно пылит, вот прям очень сильно пылит. Фиксировать мы брови с вами будем, используя бренд Aika. Как вы уже наверняка заметили, я брови уже нарисовала. Именно карандашей у меня новых нету, но у меня есть энное количество, еще как минимум один гель для бровей полупрозрачный. Сегодня мы с вами возьмем бренд Aika London. Это мини-формат, мини-версия. Щеточка здесь такая на любителя, хотя с другой стороны, в принципе, нормальная щеточка. Но продукт воняет. И, если честно, воняет как будто бы клеем. Ну, мы, конечно, попробуем, но запах прям...
пока мне не очень нравится продукт. Во-первых, очень плохой дозатор, слишком много продукта набирается, и вы когда начинаете наносить продукт на брови, у вас заляпаны все брови, и у вас поток у брови слипшийся. Я сняла весь по факту продукт, то есть я нанесла то, что было, по итогу потом все равно сняла этот продукт и пыталась расчесать дополнительно эти волоски бровей. Я пока не в восторге, если честно. Сейчас посмотрим, как будет застывать, будет ли застывать. Потому что на самом деле изначально это выглядит, как будто вы водой просто прочесали ваши волоски. Сейчас даже интересно будет, как он будет застывать и на руке. Ладно, пока давайте нанесем гигиеничку на губы. Бальзам гигиеничка Givenchy. Тоже привет, бьюти-боксы. Мы многие продукты из бьюти-боксов, конечно же, пробуем. Все продукты из бьюти-боксов мы с вами пробуем. Это оттенок 001 Rose Perfecto. Красивый бальзам. Он немного реагирует как будто бы на кожу и становится чуть-чуть темнее. Очень комфортная, не чувствуется сильной жирности, липкости. В общем, посмотрим еще, как он увлажнит. Есть запах. Не сильно яркий, не сильно такой навязчивый, не химозный, но запах присутствует. Продукт для губ начал немножечко печь, то есть, скорее всего, в составе здесь есть либо ментол, скорее всего, даже ментол, потому что по привкусу есть легкое ощущение ментола, либо перец. Перец, конечно, немножко по-другому обычно ощущается. Как вы понимаете, мы с вами переходим на глаза, и основа у нас палетка от бренда Letal Cosmetics. И, кстати, эти тени сделаны в Германии. По ним не так давно, достаточно давно начали все сходить с ума, потому что у них очень классные и интересные дуохромы, и я решила попробовать, что это, как это и зачем это. Здесь 6 оттенков, мы постараемся по максимуму их использовать, и скорее всего мы будем делать акцент на яблочко, то есть у нас будет эффект гала, эффект так называемый. Основа у нас будет пыльная роза, но затемнять мы будем фиолетовым. То есть изначально простраивать форму мы будем пыльной розой и уводить в кожу через вот этот вот розовенький оттенок. Хотя вот его можно назвать пыльной розой. Хочу еще отметить, что на серединку подвижного века у нас будет подложка. Это бренд Zinamina 304 оттенок. Я решила попробовать эти тени. Я знаю, что их всех ненавидят. Но давайте, как говорится, сами попробуем и сами заценим. Вообще есть ощущение, что они уже засохшие, но будем пробовать. Так как у нас сегодня будет еще дополнительная стрелочка, потому что я хочу попробовать лайнер от бренда Josephine, тоже привет Beauty Box, который мы с вами находили, поэтому у меня направление будет чуточку задранное, чтобы сильно не выводить как-то стрелочку вниз, так как, когда вы рисуете фетровыми кончиками, это немножечко проблематично рисовать чистую ровненькую линию. Вот правда, лучше всего рисовать обычной кисточкой, так как она лучше изгибается и тогда получается ровнее форма. Ну что, давайте с вами начинать. И начинать мы с вами будем с теней, конечно же, и простраиваем форму, используя вот этот вот оттеночек. Теперь я возьму оттенок чуточку порозовее и чуть-чуть подтушую выход в кожу. Тени, кстати, классно переносятся, немножечко пылят, если взять пушистенькую кисточку. Если взять, например, белочку и как будто бы гладить их, тогда все окей, но они классно тушуются. Теперь беру маленькую кисточку и набираю фиолетовый оттенок, добавляю его ближе ко внешнему уголку и ближе ко внутреннему уголку и буду втушевывать этот фиолетовый оттенок вот в наше все безумие. Перехожу к Zinamina Mini и наношу на серединку тоже слегка в диагональ. Тени просто каменные и вот прям, мягко говоря, каменные. Такого быть не должно. Ну ладно, будем пробовать наносить все равно. Посмотрим, что выйдет. Это какая-то херня. Говоря откровенно, я по-другому не могу здесь выразиться, потому что это плохо. Это прям пипец как плохо. Я кое-как размазала все, что тут было, кое-как что-то нанесла, но вообще это не дело, это просто жесть. И при том непонятная жесть. Сейчас мы будем пытаться на этот кошмар. Они вообще никак не хотят набираться. Только вот если вдавливать немножечко кисточку, тогда переносится. Цвет красивый. Цвет, конечно, очень красивый, но, блин, ну это жесть. Ну, кое-как я нанесла, как отдельные блестки. Блин, это плохо. Это очень плохо. Ладно.
Так, ближе к внешним краям я нанесу вот енту блестяшку. В самую серединку мы возьмем, нанесем дуохром. И во внутренний уголок, вернее, по нижнему веку, мы добавим светлый оттенок. Но до верхнего, до нижнего верха мы еще дойдем. И добавляем дуохром на серединку ровненько. Вообще мне нравится, выглядит красиво. Единственное, что, во-первых, они немножечко подпыливают во все стороны, а во-вторых, лучше всего, мне кажется, наносить на неплохую такую нормальную зимнюю подушку, а не на вот эту вот херню. Выбачайте, но говорю как есть. Давайте сразу же я нарисую стрелочку и возьму что-нибудь подтянуть ее, чтобы сделать тоненькую направляющую. Вообще тени мне понравились, если честно. По качеству, особенно по качеству матовых теней, вообще никаких претензий. Говоря про брови, брови тоже фигня, потому что они уже опали. И ощущение, как будто продукт вроде... У меня было много продукта на руке, он полностью высох. И я не чувствую даже никакой ни пленочки, ничего. То есть тут по факту фиксировать-то особо нечему. Если захотите зачесать наверх, они у вас 100% впадут, потому что они у меня вот здесь уже опали. Притом, мягко говоря, опали. Ладно, пробуем наш с вами лайнер. Ну, сказать, что очень плохо, я не могу. Это действительно хороший такой черный, именно черный матовый лайнер. Из нюансов, конечно, подтянуть его не получается, поэтому я наносила продукт на тоненькую кисточку специально, чтобы более-менее вытянуть тоненький кончик. Ну и то немножко вышла дырочка с этой стороны получилось нормально. Попробую, конечно, ее немножко убрать, но не факт, конечно, что выйдет. Сказать все-таки, что плохо, я не могу. Вот такие дела. Сейчас будем переходить на нижнее веко. Я вначале почищу. Начну с фиолетового оттенка, внешний угол, внутренний угол. Теперь набираю светло-розовый оттенок, даже смешиваю его, я не знаю, как объяснить это и как назвать этот оттенок. В общем, смешиваю два оттенка и вытушевываю все в кожу. В серединку всего этого счастья я добавляю дуохром, а во внутренний уголок светлый оттенок. На нижней слизистой во внешнем краю у меня 0,2 оттенок Релуи, а по всему оставшейся, по всей оставшейся слизистой 604 Вивьен Сабо. Тушь у нас будет Иконик Ландон. Какой-то beauty box или Advent Creme d'Air. У меня, кажется, очень много неоткрытых тушек, поэтому надо потихоньку, наверное, пользоваться. Щеточка здесь такая себе, если честно. Я не очень фанат таких щеточек, потому что обычно не так себе прокрашивают. Ну, давайте, как обычно, одна сторона один слой, вторая сторона два слоя. Тушь из разряда эффект длинных палок заказывали или же нет? В общем, она склеивает ближайшие реснички, и да, ресницы длинные, но они не густые, то есть их несколько и это не очень густые. Один слой, два слоя. Два слоя, если честно, мне не очень нравится, да, один слой мне как-то тоже не особо, если честно, нравится. Я бы, наверное, ее использовала в комбинации с чем-нибудь, либо она должна подсохнуть, потому что на текущий момент мне такой эффект не нравится. Учитывая то, сколько стоит эта тушь, мне не нравится в квадрате. Но, честно, такой эффект можно получить от многих бюджетных тушей, поэтому, я не знаю, мне не очень. Бальзам мне понравился. Я его сейчас быстренько уничтожаю. Он немножечко тинтует, в принципе, это, я думаю, на камере заметно. Уходит немножко тинт в розовый, комфортный продукт. И вот если нужен какой-то понтовый, красивенький бальзамчик на каждый день, вообще-то будет неплохо. Главное, чтобы вы не были чувствительны к запаху. Да, запах со временем пропадает, но изначально он все-таки есть. Переходим к помаде и карандашику. В качестве карандаша у нас будет Beauty Banana. Это тоже продукт из какого-то beauty бокса. И в качестве помады мы с вами возьмем Laura Mercier оттенок A la Rose. Получился какой-то барби-розовый оттенок. Еще у меня есть блеск для губ в оттенке шампань. Наверное, все-таки немножко его добавим, немножко приглушим розовый эффект, потому что блеск немножко с коричневинкой. Бренд называется Steve Laurent. Это тоже у нас Advent календарь. Нет, не Advent календарь, Beauty Box. Начнем мы с вами обсуждение с достаточно провального продукта, на мой взгляд. Это праймер для лица, разглаживающий от бренда Fix & Rouge. Вообще никак, на него не хотел ложиться тон. Скорее всего, я еще сделала дополнительное какое-то включение, попробую положить другой тон на этот праймер. Я трижды, на самом деле, наносила тон сегодня, и просто
все скатывалось, просто все скатывалось. Хочу обратить внимание, что у праймера в составе салициловая кислота и также денатурированный спирт, это значит, что продукт, скорее всего, будет подсушивать. Продукт слегка разглаживает текстуру, это скорее именно какой-то выравнивающий праймер, но никак не затирка для пор. Для затирки для пор тут далековато, то есть если у вас какое-то глубокое явленное акне, если у вас хорошие такие морщинки, продукт вам не поможет, это именно легкий выравнивающий праймер, на этом, собственно говоря, все. Мне очень не нравится, что здесь есть денатурированный спирт, но, как говорится, что поделать. Следующий продукт это у нас Rare Beauty Tinted Moisturizer, оттенок у меня 22W. В принципе, более-менее угадала, и хорошо, что не брала и не надеялась на 14W, он был бы мне светловат. Продукт на самом-то деле неплохой, здесь у нас с вами есть SPF 20, в принципе, неплохо, но помним про то, что для того, чтобы SPF реально работал как SPF 20, нужно наносить нормальное количество продукта, и, понятное дело, скорее всего, тона вы наносите меньше, чем необходимо SPF. Поэтому вначале наносим SPF, потом закрываем и дополнительно, вернее, проходимся тоном, пудрой, чем угодно. Покрытие очень легкое из плюсов. Продукт хорошо втушевывается в кожу, здесь нету спирта, он и по запаху не наблюдается, и по составу не наблюдается. В принципе, мне продукт понравился. Это именно вариант для любителей «хочу тон», для того, чтобы просто выровнять текстуру и чтобы он держался. Потому что он будет держаться в течение дня за счет силиконов. Его можно поднаслоить, но до среднего покрытия тут ну, прям совсем никак, он не дотянет. Хорош, 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 можно даже попробовать на возрастную кожу, потому что особо сушить, на мой взгляд, он не должен. Единственное, что если у вас есть шелушение, скорее всего, именно на шелушение он не ляжет и будет, скорее всего, на мой взгляд, ну, мне так кажется, будет цепляться. Поэтому нужно быть очень аккуратными, либо на шелушение нужно будет тон прибивать. Подойдет ли на жирную кожу, если честно, я не уверена. Положить можно, но мне кажется, вот прям день он не выдержит. Комбинированная нормальная жирная, склонная к сухости, я бы попробовала. Но вот именно пограничная территория, супер сухая и супер жирная, я не знаю, я не уверена на 100% и на 200%. Но вообще тон неплох. Следующий продукт это консилер от Huda Beauty в оттенке Honey. В принципе... Мне понравился продукт, единственное, что меня оттенок немножко смущает, потому что оттенок называется Honey, но он далеко не медовый, не теплый, как это обычно принято. Обычно, если мы, в принципе, будем говорить про линейки консилеров, оттенок Honey это теплый оттенок, рыжеватый оттенок, который прекрасно перекрывает синички. И здесь ситуация абсолютно другая, я не понимаю немножко название, ну, правда, это очень странно, потому что оттенок сам по себе прохладный, то есть он, во-первых, очень светлый, во-вторых, здесь есть немного розоватого пигмента, то есть это стоит учитывать. Говоря про финиш, это скорее матовый продукт, нежели какой-то там подсвечивающий, его можно наслоить, пигментация у него где-то от среднего до полной, конечно, до шитарта не донаслоить, но тем не менее у него очень высокая степень покрытия, и какие-то проблемы он действительно вам поможет скрыть и перекрыть. В принципе, продукт мне понравился, и он сильно сушить не должен, потому что он вроде как силиконистый, но в то же время слегка водянистый. Пока что мне на данный момент этот продукт зашел. Бронзер от бренда Fenty Beauty. Здесь 12 грамм продукта. На данный момент существует два оттенка. У меня оттенок Chocolate Swirler. Говоря про пигментацию, пигментация скорее чуть выше средней за счет того, что это не матовый продукт. И обычно не матовые продукты сатиновые, они очень хорошо набираются на кисточку, и ими легко переборщить. Но так как продукт шикарно тушуется, он практически не залипает, его можно сдвинуть с места, то проблем с этим в принципе не будет. Предупреждаю еще раз, мало того, что это сатиновый продукт, так здесь есть еще дополнительное вкрапление золотистых частиц. И еще раз обращаю внимание, что здесь именно золотистые частицы, то есть продукт на холодной коже даже благодаря из-за этого уже не будет смотреться. Про цвет еще чуть попозже поговорим. Очень яркий, насыщенный сатин. В теории вы можете наносить этот бронзер, и вам не нужен будет хайлайтер. Не советую на текстурную кожу, не советую на серьезное акне, потому что будет все подсвечено, вот прям видно будет за километр. Продукт слегка кремовый, то есть он вроде сухой, но в то же время вы, когда набираете продукт на пальчик, вы чувствуете крем, и можно в теории немножечко провалить продукты. Оттенок. Тоже теплый, либо же нейтральный подтон на загар, на холодную девочку, ни в коем случае, потому что здесь есть красный подтон и красный пигмент. Это будет нормально смотреться на нейтральной девочке, потому что, ну, как будто немножечко вы
перезагорели, но на холодной девочке это будет смотреться, как будто девочке дали пощечину. Ну, як есть, так есть. Мне продукт понравился. По пигментации, в принципе, не к чему придраться. Просто оттенок, конечно, не для всех, и это нормально, когда оттенок не подходит абсолютно всем. Просто нужно уметь подбирать оттенки конкретно под себя, под свой тон кожи. Едем дальше. Румяшки от Benefit. Сейчас вы увидите все оттенки, которые не так давно вышли. Я взяла себе румяшки в оттенке Shelly, и это именно персиковые румяна. Говоря про румяна от Benefit. Пункт номер один, они всегда пылят. Пункт номер два, они прекрасно тушуются. Говоря про стойкость, я слышала, что на некоторых девочках они не очень стойкие, на мне не держатся великолепно, я проблем не замечала. И пункт номер три, всегда сатиновый. Всегда сатиновый. Здесь всегда присутствуют те или иные блестки. Я не видела, во всяком случае, может, я что-то упустила, румян от Benefit матовых. Может, они, конечно, есть, но, опять-таки, возможно, я что-то упустила. И они всегда пылят. Всегда пылят, притом очень и очень сильно. Сам по себе продукт хороший, он хорошо тушуется, вообще никаких претензий нету, не залипает, идеально так красиво подсвечивает кожу. Будьте, опять-таки, аккуратны, если у вас серьезные акне, если у вас серьезная текстура кожи, если у вас там, например, очень глубокая постакне, потому что могут это тоже подсветить. Вообще продукт мне нравится, и что мне еще нравится в Benefit, это то, что можно купить маленькую версию и большую версию. И зачастую маленькой версии на самом деле более чем достаточно, плюс вы можете быстренько заменить продукт. Именно поэтому я взяла себе малышку. Здесь, по-моему, 2,5 грамма. Мне этого вот так вот хватит, честно слово. Румяна хайлайтер от бренда Pixi. У меня в оттенке Peach Honey. Для меня это больше скорее хайлайтер какой-то, чем румян. Во-первых, оттенок румян немножечко светловат, и он будет заметен на чуть более светленьких девочках. Во-вторых, это очень яркие и насыщенные румяна в плане сатина, то есть здесь очень много сатины, и, честно, мне как хайлайтер они очень сильно понравились, но как румяна я бы их точно не стала наносить, потому что выглядит как хайлайтер. Вот такое у меня впечатление. Сравнивая, например, с Benefit, Benefit будет мягче и будет меньше подчеркивать текстуру и ее подсвечивать. Как хайлайтер мне очень даже понравилось. Из нюансов. Продукт пылит, притом достаточно сильно пылит, и это скорее какой-то полупудровый такой продукт, полукремовый, поэтому можно чуть больше подчеркивать текстуру. Но вообще-то достойный продукт, хочу вам сказать, но не без минусов. Продукт для бровей Айка Лондон. Я его вообще не поняла, я не увидела эффекта. Во-первых, он пахнет не очень, он пахнет каким-то клеем. Во-вторых, очень плохой дозатор, слишком много продукта набирается. Из-за этого вы начинаете наносить продукт на волоски, и у вас все волоски просто водянистые, просто жирные, и их невозможно уложить. Конечно, я по итогу сняла остатки продукта, в общем-то, практически все, весь, вернее, продукт на руку, и практически пустой кисточкой начала дочесывать бровки. Это получилось, окей, но проблема в том, что у меня брови уже опустились. То есть продукт практически не держит. Да, он держит кончик, но вот здесь вот в начале брови ничего не держит, и у меня вот волоски вот прям наклонились очень и очень сильно. Мне, наверное, не очень сильно продукт зашел. За свои деньги, так тем более, можно взять катрис. Честно, будет ничем не хуже. Из плюсов, конечно, то, что когда он застывает, он не оставляет такой пленки, как, например, какую, например, оставляет катрис. У катрис это, конечно, небольшая проблемка, но там продукт фиксирует гораздо лучше, и дозатор там гораздо симпатичнее и лучше работает. Переходим к продуктам для глаз и начнем с самого отвратительного продукта. Это Minozin, кто как называют, отвратительные кремовые тени. Они сухие, они просто сухущие в никуда. Хотя я только вскрыла баночку, и это очень-очень печально. Здесь 3 мл продукта, и честно, оно того не стоит от слова совсем. Вроде как бы прикольный блеск, но перенести эти кремовые тени, то еще приключение, поэтому, на мой взгляд, это провал, это просто провал, это проходит мимо, я даже не знаю, буду ли я этим пользоваться, потому что они настолько сухие, что ими просто невозможно работать. Не знаю, мне не понравилось от слова совсем. Палетка теней Letaler Cosmetics, не понравилась она. Говоря про матовые оттенки, очень хорошие, во-первых, цвета, во-вторых, они классно тушуются, они не залипают, вообще никаких претензий нету, единственное, что они подпыливают. То есть, если вы будете работать козой, а скорее всего, вы будете наносить, и вернее делать макияж козочкой, а не белка, как сегодня делала я, они будут очень сильно пылить. Это будет их основной минус. Говоря про блестки, очень красивые, очень яркие.
К сожалению, нужна база. Ну, вот под некоторые оттенки определенно нужна база, потому что продукт выглядит скорее как какой-то спаркл, нежели как металл. Но можно добиться очень красивого эффекта и, в принципе, очень красивые оттенки. У них продаются однушки. То есть, в теории, вы можете насобирать палетку, какую вы хотите. Чем интереснее цвет, тем дороже будет однушка. Дуохрома стоит у них дорого, мягко говоря, дорого. Я покупала этот бренд и эту палетку в магазине Douglas на скидках. То есть, можно ловить на скидках, и тогда, в принципе, проблем не будет. Вообще, сама даже по себе палетка по цветовому решению, она хороша. Все совсем сочетается, никаких проблем не будет. Ни по тушевке, ни почему. Честно, мне очень понравились эти тени, и они очень-очень достойны. Хочу еще предупредить, что металлизированные, то есть металлы, спарклы, называйте как хотите, это что-то между средним, на самом деле, между металлом и спарклом. Для меня это больше напоминает прессованный пигмент, если честно. В общем, они немного болят. Поэтому будьте аккуратны. Тушь Iconic London мне не понравилась. Во всяком случае, на данный момент она мне абсолютно не понравилась. Красивая упаковка, я не спорю, все классно. Но эта тушь скорее про длинные палки. То есть продукт не разделяет ресницы, он просто склеивает ближайшие ресницы и получаются палки. Поэтому мне не понравилось. Посмотрим, полежит еще эта тушь. Скорее всего, она немножечко, когда подсохнет, начнет лучше прокрашивать. Но пока... Так себе. Посмотрим еще в течение дня, как она будет носиться. В принципе, это касается теней. Мы еще сделаем с вами вечернее включение, как обычно. Поэтому пока тушь за эти деньги нет. Абсолютно нет. Можно купить такую же в бюджете и не париться. Переходим к губам и начнем мы с вами с бальзама от Givenchy. Я сразу же хочу предупредить, что я, например, не очень люблю запах розы в каких-нибудь парфюмированных коллекциях, в уходе, в декоре. Ну, прям не очень. Розы сами по себе люблю, но вот примесь зачастую она слишком явная, слишком вот такая дурманищая, поэтому мне не очень нравится. Здесь есть запах розы, но он не сильно навязчивый. К счастью, к дополнительному счастью, когда вы его, вернее, чувствуете, когда только наносите продукт на губы. Продукт тинтует губы, хорошо увлажняет. И немного здесь есть ментола, то есть он будет слегка подщипывать, но не ярко выражено. То есть хочу предупредить, потому что я знаю, что для многих важно, чтобы не было ментола, не было вот этого плампинг эффекта, здесь он будет. Упаковка, конечно, клевая, мне понравился продукт, несмотря на то, что он стоит, конечно, дорого. Карандаш для губ Banana Beauty. Красивый цвет, я не спорю, ярко-розовый, очень стойкий должен быть продукт, потому что это гелевый карандаш. Чем-то будет напоминать пинап от Luxe Visage, именно последние версии карандашей. Этот, кстати, будет чуточку помягче, и будете вы меньше чувствовать, вернее, воска. Но я считаю, что за продукты для губ, в частности, за карандаши переплачивать не стоит. Это не тот продукт, на который стоит тратить деньги. То же самое, в принципе, касается тушей и еще энного количества продуктов. Этот карандаш стоит около 20 евро. Стоит ли это этих денег? Нет. Это хороший карандаш, да, но можно замену ему легко найти у Pinup, например. Поэтому, как сам по себе, карандаш неплохой. Если вам не жалко 20 евро на карандаш, в принципе, окей. Но, опять-таки, я советую посмотреть в бюджете. Бюджетные карандаши, там всегда большой выбор карандашей. И карандаши для губ очень быстро расходуются. Зачастую. Поэтому, исключительно потому, что я считаю, что не стоит переплачивать за карандаши для губ, я скажу нет. Но цвет, пигментация, формула, в принципе, хорошая. Помада от бренда Laura Mercier. Очень прикольная упаковка. Это мини-версия, это прям супер-малышка, комфортная. Это... полубальзамная формула, в принципе, достаточно сильно пигментированная, дискомфорта не ощущаете. Вы неплохая помада. Все. Больше сказать, в принципе, нечего. Далее, блеск для губ Steve Laurent. И хочу отметить, что блеск сделан в Китае, но блеск, в принципе, хорош. Чем-то будет напоминать Шарлотту, что ли, в плане упаковки. Упаковка очень клевая. Я никогда не слышала про этот бренд, до тех, вернее, пор не слышала, пока мы не нашли его в бьюти-боксе. Вообще, продукт мне понравился. Во-первых, он не липкий. Во-вторых, он... Ладно, уже начал растворять. Изначально, когда я наносила, он не растворял помаду, но сейчас немножечко он все-таки начал растворять. Интересный оттенок. Стоит ли платить много за блеск для губ? Это тоже хороший вопрос и очень спорный вопрос. Есть блески для губ, которые выглядят великолепно и не растворяют помаду. И за такие, в принципе, не жалко отдать деньги. Кто-то блески начинает растворять помаду, ну,
более-менее что-то похожее можно тоже найти в бюджете. В принципе, неплохой продукт, но если бы он стоил раза в два дешевле и не растворял помаду, было бы, конечно, гораздо-гораздо лучше. Теперь давайте с вами посмотрим вечернее включение со всеми нашими продуктами и также, скорее всего, второе включение по базе под макияж. Попробуем ее с другим тоном. Спустя 9 часов и давайте смотреть, что у нас тут и как. Начинаем с глаз. Тени на месте не осыпались, не поблекли, все замечательно. Говоря про лайнер, хочу обратить внимание, что он, на удивление, не поплыл, но вот здесь вот маленький уголочек куда-то убежал. Тушь. Нижняя века не осыпалась и не осыпалась в течение дня, верхняя века печаталась. Далее, брови. Несмотря на то, что мы вроде как бы не сильно держим, но форму, которую мы зафиксировали, гель все-таки держит, поэтому дадим ему еще один шанс. Тут вообще нету никаких претензий по тону, по консилеру, по, в общем, всего, что касается лица. Проблем, нюансов нету, все на месте, притом более чем. Губы. Губы, конечно же, до первой еды, это нормально, это нормальное поведение. В принципе, по губам тоже претензий нету. Итого, у нас с вами остаются еще на один затест дополнительные. Так, кто? База под макияж в первую очередь, тушь. Я все-таки оставлю и сделаю еще и дополнительное включение и продукт для бровей. Пока все очень тоже неплохо. Наверное, больше всего мне нравится лицо и мне нравятся тени. Говоря еще про тон, он очень неплохо держится, хочу вам сказать. В принципе, он не особо виден на лице в течение дня, поэтому хорошо, очень даже хорошо. Давайте смотреть включение со второго дня. Включение со второго дня, и начнем мы с вами с праймера. Я не смогла так нанести этот продукт без скатывания. Вообще никак. Я его наносила на чистую голую кожу, только с тоником, наверное. Я его наносила вначале вообще-то на крем, ну, то есть на полностью на уход, который уже впитался. Он начал скатываться, потом я все это смыла, нанесла тоник. Нанесла опять праймер, он опять начал скатываться. То есть я не знаю, как с ним танцевать, чтобы он не скатывался от слова совсем. Поэтому для меня это вообще провальный продукт от слова от начала и до конца. Дальше, тушь. С тушью есть и остается нюанс того, что она печатает. Ну как, немножко печатает, какие-то кусочки отвалятся наверх, но внизу, то есть под глазами, никакой панды нету. Брови, ну как бы... За эти деньги можно лучше, скажу так. То есть я не могу все-таки сказать, что это очень плохой гель для бровей, но за эти деньги можно купить Benefit и будет гораздо лучше и толку больше. Туши еще надо немножечко где-то недельку полежать, и в принципе будет нормальная базовая классическая тушь, которая просто прокрашивает, немножко удлиняет реснички, но не дает объема. Все-таки... Самым провальным, я считаю, два продукта, которые мы с вами попробовали. Это база и это кремовая тень Зинамина, называйте как хотите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам продукты, которые мы сегодня с вами попробовали, понравились, не понравились, что зацепило больше, что зацепило меньше, чтобы вы попробовали. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаем вам хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.